Привет, друзья! Это Афиша с Еленой Трусилиной. В эти выходные мы будем праздновать День молодежи. А еще нас ждет музыкальный фестиваль, фиеста и много всего интересного. Обо всем и по порядку. Прямо сейчас! День молодежи отпразднуют в Раменском 29 июня. Центральной площадкой станет Раменский городской парк. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Патриотическое, музыкальное, творческое, спортивное, театральное. В общем, будет работать много разных площадок. А завершится праздник дискотекой вместе с диджеем. Она начнется в 20:00. Вход свободный! Соул-фиеста впервые состоится в Раменском. На 2 часа площадка Лира Раменского городского парка просто преобразится в кусочек солнечной Испании, где вы увидите горячие танцы фламенко. Начало фиесты в 15:00. Вход свободный. Музыкальный фестиваль «Связь поколений» завершается в эти выходные. В пятницу, 28 числа, на площадке проекта выступит команда Bright Side. Они исполнят хиты инди-рок групп нулевых. Ну а в субботу, 29 числа, вас ждет группа «Рассветы», которая приготовит для вас самые убойные хиты 2000-х. Друзья, начало всех концертов 20:30, вход туда свободный. Проходят они во дворе ресторана «New Slam». Сразу 2 события пройдут в эти выходные в Доме музыки в Кратово. Там будут читать сказку Пушкина, а еще состоится концерт. Итак, в субботу, 29 числа, там прочтут сказку Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане под аккомпанемент гусли, как это делали давным-давно на Руси. 30 июня дуэт Modern Classic Strings сыграет музыкальные миниатюры на виолончели и гитаре. Отечественные рок-хиты исполнят в эту субботу, 29 июня, в 18:00 в Лесном театре фон Мека в Кратове. Вход на концерт свободный. Организаторы очень просят посещать концерт пешком, на велосипедах или на такси, так как парковочных мест крайне мало. Друзья, желаю вам классных выходных и прощаюсь. До новых встреч! Еще больше событий вы найдете на портале «Мой округ». Пока-пока!